85 делали замер. Толщина льда на полу и меньше метра, но добраться до воды непросто, говорят спасатели. К крещенским праздникам в окружной столице готовят сразу три проруби. Две для погружений и одна в виде креста, чтобы набрать освященной воды. Все это оборудуют в теплых палатках. Подготовили уже сено, подготовили тепловые пушки. Сейчас электрики пробрасывают линии для того, чтобы можно было завести туда электрооборудование. А в Ноябрьске на озере Ханто над украшением праздничной площадки трудится скульптор. Он построит снежную часовню и престол. Купели здесь тоже будет несколько. Вся территория будет облагорожена, облагоустроена. Соответственно, все урны будут вывезены, здесь контейнерные площадки. Вырезать лед в Ноябрьске и в Новом Уренгое начнут сегодня вечером. И этому предшествовала большая подготовка. Мы выезжаем, делаются замеры, да, определенные пробы воды. Еще в декабре месяце расчищаем полностью акваторию реки для намерзания слоя льда. Для жителей Нового Уренгоя крещение всегда будет особым событием. 19 января отмечает свой престольный праздник и городской Богоявленский собор. Вечернее богослужение начнется завтра в 5 часов вечера. Основное – традиционно в полночь. После – чин великого освящения воды, крестный ход и погружение в Иордань, что, кстати, не является отпущением грехов, говорят священники. Это просто такая традиция, которая, надо сказать, подходит не всем. Грехи отпускаются только в таинстве исповеди. Кроме того, следует помнить, что окунаться в прорубь может только здоровый человек. В ледяную воду нельзя заходить людям с заболеваниями сосудов и сердца, дыхательных путей, а также с ослабленным иммунитетом. Праздник может закончиться больницей. Это приступы, судороги, потери сознания. То есть это сильная нагрузка на организм, и в первую очередь же для этого у нас скорая медицинская помощь всегда на страже. В крещенскую ночь на Ямале откроются 33 купели и 46 пунктов обогрева. За безопасностью будут следить более 500 человек. Синоптики прогнозируют мороз до минус 25 градусов. А священники напоминают, что главное в крещении – это не омовение в Иордане, а то, с каким сердцем и мыслями ты пришел. Юлия Перова, Вера Дрондикова, Роман Чернов. Время Ямала.